Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды быстренько с тобой забираем. Так, и, кстати, нужно посмотреть, что у нас получается в магазине. Так, секунду, предметы, жетоны. Так, отлично. Ну что, покупаем 3 ДНК на Микеланджело Космос. И у нас 88 ДНК из 100. То есть 12 ДНК еще получаем. И мы с тобой прокачиваем до 5 звезды. Получается, да, у нас Майки Космос. Отлично. Так, здесь забираем пак. Ну, ничего не упадает. 5 долларов, кстати, тоже не будут лишними. Тем более в нашем положении. Здесь награду. Так, пойдем сразимся в боях. Прокачиваем дальше нейтрализатора. Где он у нас? Вот он. Смотрим его навыки, и мы прокачиваем пассивку, которая называется технологии. Для того, чтобы прокачать до четвертой ступени, нам не хватает 6 ящиков с инструментами. Поэтому поехали искать. Один ящик нашли. Так, нужно еще 5. Второй. Так, подожди, не то я нажал. Так, 2 ящика. Да чтоб тебе, ну давай быстрее, ящики, они должны легко выпадать. 3-й, 4-й и последний, да? А не шиша. Вот он, 5-й. Подожди, а нам нужно 5, а не 6? Конечно, 6. Все, нашли. Ну что, прокачиваем до 4-й ступени. И смотрим, что здесь нам нужно. Блин, ну здесь дофига. 8 комиксов. Так, 4... Как это назвать-то, я даже не знаю. Короче, 4 монокля. Или тепловизор. Как оно точно называется, ты помнишь? Я не помню. Но мы можем с тобой посмотреть, как называется, если найдем. Пока нам выпадают только лишь комиксы из канализации. Очень весело. Прям обхохочешься. Угу. Держи карман, Шерри. Прикинь, ни одна штука еще не выпала. Здоровски. Да идите вы в баню, я не буду тратить на вас все откаты свои. Точнее, телепорты. Так, забираем награды. Пройти серию испытаний. Быстренько давай пробежимся здесь. Давай начнем вот с этого. Так, ребят, сегодня что у нас? Пятница или четверг? Я уже и не помню. Сейчас посмотрим. Если пятница, естественно, у нас доступны следующие события, да? Там и платиновые. А если четверг, то даже не знаю, что мы будем делать. Будем арену добивать, скорее всего. На арене мы с тобой пока еще не в топовом месте, а нам нужно быть в топчике. Подготавливаться, так сказать, да, к следующей неделе. Так, я не понял, почему-то Супер Шреддер не смог ушатать какого-то несчастного Кирби. Что это с тобой, а? Шреддер, ты меня так не пугай. Так, у нас здесь Пиццелицей плюс Змея Карай. Так, Пиццелицева заблокировали. Отлично. Так, выпускаем шипы. И остается Карайка. Тюкс, все. Ну что, вот тебе быстренько и прошли, как говорится, серию испытаний. Двигаемся дальше. Ну, во-первых, еще награды заберем. Так, вот они наградушки. 35 сюриков. Поднять уровень персонажа. У нас с тобой мутагена сколько? 10, ну почти 11 тысяч. Я думаю, что нам хватит этого. Прокачка будет у нас Кейси Джонса. До 53 уровня. Отлично. Так, ну и остатки роскоши мы с тобой забираем. И теперь идем куда? В бой. Сюда. Да, друзья мои, значит, пятница. Пятница на дворе, а значит, у нас новые испытания, новые события. Кто откажется от такого приятного куша? От 60 долларов. Я лично не откажусь, поэтому поехали. Кто у нас здесь? Так, ну, этой командой, в принципе, здесь реально разобрать. Никаких сложностей не должно быть. Кстати, можно было бы взять Криса Брэдфорда вместо Зека. Вот так вот. Или даже вместо Рокзара. А тут 4 волны. Вау. Так, допустим. Ну, я думаю, что здесь не стоит тратить суперудары. Просто обычными разбомбим их. Поехали. Ах ты, Майк, жучара. А давай волну выпустим. Найс, остается Донни. Пумс, упал. Ну что, бежим с тобой на вторую волну. Здесь у нас черепашки из фильма.
Так, вырубать надо в первую очередь, наверное, Майки. Единственного хиллера в этой команде. Так, теперь Донни. Что ж ты не упал-то, а? Добьем все равно. Так, здесь Лео еще остается у нас. И пулеметная дробь. Ну-ка, Ванюш. Красиво, но не добил. Переходим на третью волну. И здесь у нас ролевики. Ну, их можно, наверное, вот так вот по-быренькому чпок и готово. Так, и последняя, заключительная, четвертая волна. Классика. Ну, давай с прыжка, наверное. Так, Майки выжил. Теперь о, маузеры. Какая еще смертельная волна, ты о чем, Рэй? Хорош, успокойся. И с базуки. Все. Быстро и легко. Значит, наверное, мы с тобой пойдем и на следующее испытание. А почему бы и нет, да? Что нам мешает? Уровень, я думаю, не такой будет, слишком высокий. А 60 долларов, это, как говорится, не помеха. Так, поехали. Подожди секунду, а что у нас тут разыгрывается? Ох, 75 жетонов. Плюс Донателло ролевой. Конечно, нужно проходить. Поехали. А уровень какой? 70-й, по-моему, или 75-й был? У врага, я что-то не посмотрел. 70-й, окей. Так, это у нас классика, да? Ну, с классикой, я думаю, мы справимся. Так, Лео выжил. Так, нам нужно заниматься Микеланджело. Ай-яй-яй, начинается. У нас хил только лишь у одного, да? Это у Супер Шреддера, получается. Но у него такой хил, который дает не сразу. Блин. Не сразу нам здоровье, а постепенно. Ну-ка, вырубим, наверное. Так, минус. И остаются Майки. Все, готов. Четыре волны, переходим с тобой на вторую. Здесь опять ролевые. Ролевые игры. Пич. Донни, хорош выпендриваться. Ну, почти, ребят, почти Лео ушатали. Если бы у нас был бы Ванька сотого уровня, я думаю, что у него вполне получилось бы. Здесь Майки уронили. Ну-ка, давай проверим. Так, броня понижена, пробьешь? Нет. Ну, это тебе не понадобится. Месть, как говорится, слишком позднее. Включение у тебя мести получилось. А это оригиналы. Давай, наверное, вот так вот сделаем. На шипах. Упс. Да им, в принципе, крышка. Постепенно урон висит, так что они уже не жильцы. Так, секунду. Давай туда гранату бросим. В плане. Не понял. Это что за фокусы были? Граната почему-то, ребята, даже не смогла подбить. Интересно. Так, ладно, переходим на последнюю, четвертую волну. И здесь у нас черепашки видения. Гостиниц. Плюс бомбочка. И плюс... Давай так, наверное, лезвие выбросим. Так, минус Донни. Минус Лео. И минус Рафаэль. Все, это событие у нас тоже пройдено. Давай переходить тогда на следующее, на третье. Единственное, что я думаю, может быть, нам придется убрать этого. А кого нам убрать? Слушай, наверное, никого мы не будем с тобой убирать. Оставим все как есть. Единственное, что я... Почему-то мне кажется, что Зэк здесь сфейлится. Знаешь, что я сделаю? Я, наверное, вот так вот поменяю. Почему Рокзара? Ну, потому что, ребята... Потому что я так захотел. Короче, мне просто здесь нужно будет усиленная защита. А ее нам дает только лишь Крис Брэдфорд. Поверь, она нам здесь понадобится. Так, шипы я пока тратить не буду. Отхил тоже не буду, поехали. Видишь, Майки не уронили. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой баф на нашу команду. Теперь смертельную волну, потому что там Донателло 100% сейчас будет захиливать. Но мы этого не позволим. Так, Рафаэль плюс Лео. Лео возьмет, естественно, провокацию. Как же он без нее-то? Так, Рафаэль упал и Леонардо следом. Так, тут 6 волн. Так, а вот с этими ребятами нужно как можно быстрее справляться, потому что тут есть Леонардо со своей массовой атакой, плюс отхил. И, конечно же, Рафаэль. Ну-ка. Да ладно. Шреддер, спасибо, что подхватил атаку от Криса Брэдфорда. Это очень хорошо было.
Так, вырубай. Чтоб тебя. У него, кстати, нет почему-то контратаки. Так, Донни упал от постепенного урона. Здесь у нас кто? Ну, естественно, ребята, здесь классика. Классика в черном. Поехали. Так, Рафаэль. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Так, солидно. Вырубаем с тобой майки. Теперь Лео нужно как-то нахлобучить. Твою налево. Блин. Вот ненавижу этот удар у него. Ё-моё, еще и массовый врубает. Ну тут в любом случае придется, наверное, нам делать отхил постепенный. Вырубать Донателло каким-то образом. Слушай, смотри-ка, Супер Шреддер почему-то подхватывает инициативу именно от Криса Брэдфорда. Мне это очень нравится. Маузеры. Так, слушай, здесь, наверное, давай добьем их всех. Ваня, справишься, нет? Ну, почти у него получилось. Упс, это что такое? Отложенная смерть у него была, да? Здесь у нас видение. А в конце, если не ошибаюсь, у нас пойдут космические, да, черепашки? По-моему, да. Ну-ка, бросим гранату туда. Угу, постепеночка повесилась. Давай, наверное... Так, секунду. Я вспоминаю, по-моему, вот здесь опасная, да, атака. Заблокировали. Плюс выбрасываем клинки. Так, он еще и замедленный. Так, этот минус. Пробиваем, по-моему, вот так вот на Лео. В плане мимо. С какого перепуга мимо-то, эй? А ну-ка... Нормуль. Бонус снят. А какой, интересно, у него там был бонус? Я что-то не понял. Какой бонус у него был надет? Я не видел, чтобы у него что-то там было. Так, ладно, давай сделаем защиту, потому что сейчас переходим на космических черепашек. Там уже некогда рассусолиться. И вот я боюсь, что сейчас они мне как раз зэк это и положат. Так, мимо Рафаэлю в табло. Давай замедляшку, чтобы она, главное, активировалась. Так себе, шипы. Супер Шреддер, давай, будь молодцом. Красиво, просто, ребята, он сделал красиво. Вообще найс. Я жму руку нашему Супер Шреддеру. Он просто великолепно сделал сейчас в данный момент. Всех нахлобучил практически. Ну там остался один, конечно. Он видел, сколько у него жизни было. Так, смотри, мы получаем с тобой 100 жетонов, 20 баксов, Леонардо Видение и 5 серебряных осколков. Шикарный ивент, на самом деле. Ну, фармить, ты понимаешь, да, здесь нет смысла, потому что, ну, надеяться на то, что тебе кто-то выпадет из видения при таком вот количестве рандома, это глупо. Так, ну что, платиновая у нас здесь, да? Поехали. Во-первых, надо... О-о-о, да неужели? Неужели хоть когда-то нам фортуна улыбнулась? Где-то мы можем с тобой пофармить. Так, три волны. Поехали. Кстати, нам нужно будет отсюда убрать кого? Вот этого оригинала. Почему? Потому что, ну, 60 уровень, ребята, опасно. Очень опасно его здесь держать. Так, минус. Добьешь, Донни? Красавчик. Так, двигаемся дальше. Так, ну здесь, естественно, нужно в первую очередь вот этих двух охламонов уносить. Как только нам это сделать, без понятия. Давай Масуку. Для начала. Офигею просто. Ну что, придется делать уклонение. В надежде на то, что оригинала не заденут. Так, теперь вертушка. Красиво сейчас было сделано. Переходим с собой на третью волну и смотрим. Да. Берем провокацию на всякий случай. Не хочу, чтобы его задели. Так, и начнем с мухи. Так, массовая атака сюриками. Интересно, ты сможешь добить? А? Нет, слишком слабенький. Так, ладно, муху вырубили, короче, чтобы она здесь не мешала. Рафаэль, давай сдачи ему. Посмертно. Так, этому тоже посмертно. А, нет, выжил. Ну, этот, естественно, своим брейк-дансом тут повесил на себе уклонение, суперское причем. Поехали. Так, минус острозуб. Точнее, саблезуб, ё-моё. Саблезуб, конечно же. Так, вырубаем с тобой Рокстеди.
На всякий случай поставим защиту. Окей, пробьем. Не получается. А если так? Да, Майки, как самый такой шустрый и юркий, он может пробивать иногда защиту. Ну, иногда. А мои, как всегда, промахиваются. Тихо. Все, Майки добил его. Ну что, мы прошли с тобой первое, так сказать, событие. Надо вот это убирать обязательно. Оригинала. Ты сам видел, что произошло и что могло произойти, будь он там, например, без защиты, да? Так, переходим на второй эпизод. Убираем. Остальное все пускай как есть будет. Не знаю, сможем ли мы с тобой третье событие пройти, но хотелось бы. Так, давай-ка, наверное, влуплять потихоньку. Так, Ланфутовец, да? Выпендривается. Блин, маузеры, про них-то не забываем тоже. Вертушку даже не буду здесь тратить на них. Они недостойны этого. Давай-ка, сюрики, наверное. Окей. Так, этого сейчас уничтожим, маузера. И, в принципе, будет вторая волна. Готово. Так, ну что, массовые атаки есть у нас? Нету. Провокацию я пока не хочу брать. Добьем с тобой, наверное, вот этого. Ух. А если так? Замечательно, упал. Так, вертушка, вертушка, я думаю, стоит ли? Наверное, стоит. Стоит ее потратить здесь. Угу. Острозуб упал, этот берет провокацию, да, Рокзар? Ну что же. Твою налево, я думал, что сейчас подобьем Рокзарчика. Но, как видишь, не шиша. А этот на Донателло бежит. Нет, на Леонардо. Хм. Минус Рокзар. Минус Саблезуб. Возьмем защиту от Донателло. Все равно толку мало по атаке. Хилку пока не будем трогать. Что-то я не получу, что такое. Что это за урон детский? А вот теперь, знаешь ли, придется, наверное, нам активировать хилочку. Не хотел, я держал ее до последнего, а теперь придется. Так, ну что? Добивка, наверное. Майки, ну что это за атака такая детская, я не понимаю тебя. Лео, ушатай его. В плане, такой мощный, что ли? Что-то я не замечал раньше, что носорог у нас прям такой вот кабан из кабанов. Ну что, уклоняшку берем с собой, да? И... здесь надо вот этого, наверное, быстренько по шейменту просто бомбануть. Бакстер Стокмана. Так, у нас есть? Да чтоб тебя, он еще и хиляет. Ну, ё-моё, есть у них хил, короче, я понял. Держись, Рафаэль. Я знаю, что тебе тяжело здесь противостоять всем, но такова твоя доля, участь. Зато смотри, сколько они потратили своих суперударов на тебя. Донни, давай. Так, отлично. Слушай, блин, нет, надо бомбить. Иначе он сделает волну. Надеюсь, пробили. Да, пробили, шикарно. Так, ну что, Карайка, получи-ка пяткой в нос, как говорится. Но мы ее не уронили. Поправляем это дело. Что, вызываешь своих? А, нет. Решил сам атаковать. Ну, давай врубим ярость Рафа. Так уж и быть, напросились они. Донни, не трогайте мне. Хорошо, уклонение стоит. Оно нам очень хорошо здесь помогает. Минус тигриный коготь. И вертушечку, да? Шредер, наверное, не упадет все-таки. Упал. Ну, тогда все, ребята. Тогда все. Что я тебе могу сказать? Мы прошли полностью. Так, снаряжение Кланфуд прошли. А, нет, какой полностью-то? Вот еще у нас тут. Стоит, да, ребята? Стоит. Но у нас с тобой последний сыр. Вот что я тебе хочу сказать. Уклонение. Давай сделаем, наверное, на всякий случай в начале, потому что нам нужно больше здоровья ставить. Смотри, что начинает Донателло колбасить. Молодец, Раф. Давай-ка мы... в плане, я хотел вот этого добить. Смотри, что делает, а? Угу. Ты в кого? Понятно.
Беру провокацию, все, достало меня это. Погнали. Так, а он взял провокацию на себя, оказывается. Я хотел этого добить, смотрю, что-то куда-то не туда мы начали бить. Да что ж так долго, сколько тут? Три волны всего. Не положили. Двойной атаки вот жалко нет у нас. Было бы, конечно, прикольно. Ну что, здесь достаточно... Давай, добивай этого хламона. Этого мы тоже уничтожаем. Хиляться не будем пока. Раз, и вот этого добиваем. Окей. Вторая волна. Здесь то же самое. Да? Рокзар. Ну, здесь лучше вертушку начать, потому что, ребят, ну, сами понимаете. Провокаторы есть. И вот такие вот охламоны, которые нам нафиг не нужны. Надо его бомбануть. Попытаться сбить. Плюс острозуба надо валить. Окей. Тихо ты. Все-таки я попробую добить. Найс. Так, Крис Брэдфорд. Ну, пускай он делает себе защиту. Это не поможет ему однозначно. Мы с тобой тоже сделаем защиту. Ага. Майки не может пробить, к сожалению. Ну-ка, так, если... Рафаэль смог. Добиваешь? Нет. Лео, давай. Крутенько. Ну что, последняя, третья волна. Делаем сразу уклонение. Теперь сюрики. Муху надо будет здесь шваркнуть как можно быстрее. В принципе, и Шреддер тоже у них тут хил. Ну, вначале... Йоу! Какого лешего-то? Твою налево, блин. Я думал, мы пройдем идеально. Но ты только что сам видел. Шреддер ушатал мне Донателло. Именно он нанес офигенный урон, который практически фул хп снял ему. Прикинь. Вот так вот. Ну они, естественно, за это за все ответят сейчас. Сполна. За моего братика Дони. Даже ты хламон тоже получишь. Поехали. Контратака, да? Окей. Заморозка сработала. Так, минус один. Так, у них сейчас тут суперудары у всех будут. Хилка есть? Хилка есть у нас. Причем и у Майки, и у Леонардо. Мы не тратили их. По-моему, пора активировать. Так, возьму провокацию здесь. Для начала. Теперь захиляемся. А теперь поехали. Гаденыш, а? Именно по твоей вине упал. Ну, друзья мои, судя по тому, как они усиленно нас тут прессят, Донателло в любом случае бы здесь не выжил. Его просто раздавили бы. А без Донателло идти, в принципе, можно было бы попробовать без него пройти это событие, но... Ну, я даже не знаю, сможем ли. Вроде были у меня такие попытки, и вроде бы удачные были. Если я, конечно, себе что-то сам не придумываю. Но в любом случае, мы прошли с тобой это событие и получили эту пятку кланфута. Так, 106 телепортов у меня остается, 415 жетон заработано. Ну что, нам надо идти с тобой куда? На арену. Слушай, а пицца-то у нас... Не пицца, а сыра. Сыра нету. Угу. Так, это надо будет за кадром обязательно набить. Телепорты. Так, ну что, Лига Мастеров, друзья мои, две звезды. Как ты видишь, ранг 12. Надо идти, надо идти в топчик. 23 отката, я думаю, нам этого за глаза. Есть что-нибудь такое? Во, есть, нашли. Нашли путевое что-то. Так, подожди, что-то я не то делаю. Мы же обычно... Так, а подожди, тут 79 уровень, ничего себе. Тут почти топовая имба собралась. Угу. А я уже хотел взять одного Армагона и 4 слабачков. Хорошо, вовремя остановился. Ну что, поехали? Так-с. Ну что, начнем. А в принципе, что начнем? Давай так бомбанем. Это же у нас не арена, что мы начнем там. Точнее, это у нас не какое-то там событие. Начнем с мухи, там, с фигухи. Сразу с массовых атак и все. Отлично. Значит, мы с тобой на мастерах две звезды. Естественно, нам нужно перейти на трехзвездочную.
как говорится, лигу, да? И после уже... И после уже стартовать. 99-я позиция. Лига мастеров 3 звезды. 23 отката, я думаю, нам за глаза и за уши этого всего. Будем с тобой брать Армагончика, возьмем Супер Шреддера, и вместе с ним пойдет у нас, да, вот эта вот бравая команда. Ну, бравая команда в кавычках, но тем не менее. Это нужно быть каким смелым, чтобы пойти с имбой и верить в нее свято. Потому что если я вдруг что-то пойдет не по плану, наши ребята расползутся по швам просто на месте, даже не успев крикнуть ничего. Но, к счастью, Армагон и Супер Шреддер, по-моему, еще никогда не подводили. Именно в паре еще не было. Я не помню, чтобы мы фейлились. Так, ну что? Какая позиция? 80-я? 87-я, окей. Так, ну что? Возьмем... Ну тут... Странно. Ладно, давай 79-й. Начали как-то очень быстро они, да? Они дали нам изначально 79-й ранги. А теперь почему-то дают 78-е. 79-й. Разносол пошел какой-то. Хотя мы с тобой наоборот идем к повышению по лиге, да, именно? Странно. Должны быть 79-е одни, но это все на их усмотрение. Тыдыч. Обожаю, когда вот так вот делает Супер Шреддер. Именно на всех вешает постепенный урон. Именно на всех. То есть не давая практически никому из них шанса. А знать бы еще точно, сколько, интересно, отнимает у Супер Шреддера урон вот этот постепенный. Сколько процентов? Рандомно или есть какая-то определенная сумма? Там, например, 30 хп от общего здоровья, да? Или сколько там? Вот непонятно. Да, и мне непонятно. Хотелось бы знать. Ладно. Возможно, со временем мы с тобой... Если, например, половина здоровья есть у противника, да, уже отнято, плюс постепенный урон, сможет ли постепенка отнять вторую половину здоровья? Вот к чему я клоню. Или он все-таки где-то четвертинку отнимает? Или вообще всего лишь там 15% от хп? Наверное, я думаю, по статистике должно быть описание вот этого вот суперудара. И можно, кстати, глянуть. Да-да-да, мы сейчас глянем с тобой. Там, наверное, должно написано быть, хотя... Нет, там, наверное, будет просто написано, с какой вероятностью он может наложить постепенный урон. Но сколько отнимает он, вряд ли такое будет описано. Так, ну что, 63-я позиция. Окей. Давай берем Армагона, опять же возьмем Супер Шреддера с тобой. И вместе с ними пойдет вот эта команда. И, блин, хотел глянуть, ага. Навыки показываются совсем не здесь. Ладно, какая разница. Влупляем. Хорошо влупили, что аж Крис Брэдфорд бедные ножки подкосились, и он упал. У остальных тоже следом подкосились. Они, наверное, хихикали над Крисом Брэдфордом, да, типа, фу, слабак упал сразу с первой тычки. А потом все сразу и полегли. Отлично. Так, ну что, возьмем сегодня топчик? Должны, ребята, должны взять. Так, ну смотрим. Давай, наверное, да вот эту вот командочку возьмем. Мне кажется, здесь будет попроще. Так, Армагуша плюс... Давай вот так вот для понтовки возьмем с тобой. В каком плане для понтовки? Ну, чтобы не тратить лишний откат. Вот так я скажу тебе. Ну что, Зэк будет первым здесь? А, Майки, ну конечно же Майки. Ладно, поехали. Ванька получил по шапке. Неплохо так звезданули. Так, Зэк бросает свою бомбочку. Армагушка волонок. И Рафаэля надо. Тихо, тихо, тихо. Нате в табло. Я просто испугался, что-то мне на долю секунды показалось, что у меня в команде слабачки есть. А потом вспомнил, что мы брали с тобой, ну, 80-й уровни. У меня чуть сердце не ёкнуло. Так, ну что, у нас с тобой 41 место. То есть, грубо говоря, еще 4 поединка нужно сыграть, и все будет в ажуре. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, Джастин, подводишь ты меня под монастырь, а? Взял тебя на свою голову.
Ну, я думаю, не подведет. Ну, тут уж, как бы тебе сказать, Армаглоша уходит первым. Я надеюсь, муха сразу вылетает дуплетом отсюда. Ага. Вылетела. Так, что? Пшикаем ее. Дальше, кого пшикнуть-то нам? Наверное, Криса? Ага. Теперь давай массовую. Донни. Красавчик. Ну давай своим запахом. А он не попадет. А нет, попал. А ты? Все четко. Четче некуда. Ну что же, получается, у нас сейчас будет где-то 40-я позиция, судя по всему. И дело за малым, да? А, 40-я у нас, точнее, будет 30-я. Даже 29-я. Так еще лучше, поверь мне. Ну что, поехали дальше. Тут уже, по-моему, некого нам брать с тобой. Хотя, если взять железную голову... Нет, вот этих опасно брать. Вот так, если только попробовать. Глупо, конечно, надеяться на Рафаэля. Ладно, фиг с ним. Могу себе позволить уже под конец расслабиться. Давай. Армагочек. Прекрасно. Минус трех сразу. Ну, тут, ребят, вообще, умывая руки, Армагон прям просто превзошел все мои ожидания, если честно. Троих вынес сразу же. Троих 79-78 уровней. Он, видимо, тоже испугался за мою команду. И на тебе напорчиком так звездануло все. Красавчик. Ну, что я могу сказать? Молодец, умница. Так, ну что, какая у нас там? 20-я будет, да? 19-я. Ну, почти 20-я, да? Отлично. Значит, нам остается два поединка и все. Два поединочка. Раз, два, три. Тут уже можно любых с собой брать. Не имеет никакого значения абсолютно. Давай шипики для начала. Так, Майки упал. Хотел, видимо, да, сходить. Но не тут-то было. Ну и здесь мы тоже с тобой раскатали. Все. И я так понимаю, сейчас будет последний у нас с тобой поединок. Решающий. И мы с тобой займем наше законное первое место. Сегодня пятница, еще раз повторяю, друзья мои. Суббота, воскресенье. Так, пятница, что у нас получается? Так, субботу я работаю, воскресенье я работаю, в понедельник выходной. Так что буст у нас состоится. Бустик будет, и это круто. Так, ну что, поехали. Тут еще, ребята, заказал себе новый компьютер за 200 тысяч. Придет. Ну, не для этих, конечно, игр, а для второго канала. Но, тем не менее, он уже пришел. Денесе надо будет его завтра сходить и получить. Так что теперь, может быть, даже будет попроще. Потому что вначале я на одном компьютере и снимал видосики, и сразу же делал рендеринг. Теперь будет это происходить немножко по-другому. На одном компьютере будут сниматься видосы, а в этот момент на втором будет идти рендеринг. Так что все отлично. Ну что, ребята, забираем с вами первое топовое место. И все у нас шикарно. Так. Что мы еще можем с тобой сделать? Прямо сейчас. Прямо с тобой. Прямо вот вместе взять и сделать. Наверное, ничего. Можем пойти, конечно, сюда. Но я думаю, что какой смысл, например, тебе это смотреть, когда мои ребята на автобое просто ушатывают в хламину этого железноголового. Не веришь? Ну, смотри. Хотя, фиг ли судить по первому поединку, если у него здесь уровень какой там, 20-й. Просто пумс и все. Ну давай пройдем, фиг с ним. Там 3 секунды, ребята, все это отнимает времени. Буквально по полминутки на каждый бой, 4 боя. 2 минуты, господи. У нас это время отнимет. Нет, последний бой немножко будет затянутый, потому что железноголовый будет больше выпендриваться. Будет там думать, ракеты свои бросать и все тому подобное. Мои-то ребята быстренько бы его нахлобучили, понимаешь? А вот он, видишь, вот эти ракетки свои, вот эти, ну дотину, короче, начинает выпускать. Так, ну что, бежим с тобой на третий эпизод, или третий поединок. И эпизод.
поединок и эпизод. И как ты видел, там ранг 60 уже. Ну, не ранг, а уровень у Железноголового. Я, честно говоря, не помню, чтобы мои ребята здесь падали хоть раз. Ну, по крайней мере, именно при такой раскачке, которую они имеют. То есть, 100-й, 90-й, 93-й. Блин, как-то Бакстер Стокман с этим 93-м уровнем ни туда, ни сюда. Хотя бы был бы 95-м, что ли, да? Как-то некрасиво смотрится, если честно. Но мы можем, наверное, сейчас ему поднять уровень. У нас же есть мутаген. Мы набили с тобой на арене. Можно попробовать выровнять, кстати, эту ситуацию. Прокачать его до 95-го. Ну, если хватит мутагена, конечно же. В чем я почему-то сомневаюсь. Так, ну что, последняя битва. Битва титанов. Спрашивается, фиг ли сложного в этом железноголовом? Если посмотреть, ребята, внимательно, у него под панцирем видны вот эти вот проводки. Неужели никто не может попасть по проводкам и, грубо говоря, его вырубить? Это проще пареной репы. Даже тот же самый, я не знаю, там любой персонаж туда сюрикеном бомбанул или с чем-нибудь, и все, ему крышка. Как, в принципе, сейчас. Ну что, ты сам видишь, победа за нами. Мы с тобой полностью все откаты забрали. Точнее, не откаты, а телепорты. Почему их называют откаты? Откаты — это синие, а это телепорты. Вот, и... И что, и... В магазине мне надо с тобой делать абсолютно нечего. Монет у нас нет, жетонов у нас 415. Кстати, а кого мы будем с тобой прокачивать? Тут есть Лео, тут есть Донни. Тут опять же Лео, Донателло. Хм. Но на этих ребят хотя бы ДНК находится. Роквелл, что ли, опять качать? До фулки. Нет, мы с тобой, наверное, возьмем Пита. Будем Пита прокачивать. Выводить его из серебра, как говорится, да? Ну да, так, наверное, мы и поступим. Так, что я там хотел? Кого там прокачать? Бакстера Стукмана, да? Угу, что? Чтобы ему один левел подкачать, ребята, нужно 26 500 сюрикенов мутагена. А у меня всего лишь там 14 000. То есть сделай выводы. Ну что, давай тогда Рафаэля, что ли, прокачаем. Здесь куда более реальнее. 53 уровень я получил. Так, ну что, ребята, а на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.